криминалистических экспертиз, их огромное множество. Криминалистика исследует вообще все возможные следы, которые оставляет как человек, так и другие, так скажем, существа и транспортные средства. Знания о экспертных исследованиях в следственной практике имеют значимую роль в раскрытии преступлений. Мальчишки и девчонки узнали от эксперта, что обнаружение, фиксация и изъятие следов необходимы для проведения криминалистических экспертиз. Криминалистическая экспертиза, она носит большое значение для раскрытия преступления, так как это основной метод исследования следов с целью идентификации и диагностирования преступника или же иных предметов, оставленных на месте происшествия. На практических занятиях юные исследователи познакомились с принципом действия работы полиграфа, попробовали разобрать макет пистолета Макарова и изучили возможности металлоискателя. Баир Урбаев не в первый раз проявляет свою активность на занятиях. По словам мальчика, он узнает много интересной информации. Я узнал много нового, узнал больше о экспертизе, какие бывают виды, конечно, за полиграфии, виды оружия. Полиграф, он основан на биологических процессах. И я когда там сидел, это было очень волнительно, я сразу переживал. Но на самом деле нужно себя вести спокойно и всегда говорить правду.